Добрый день! В эфире новости хай-тека. Компания RoboSha завершила тестирование опытной партии секс-роботов модельной внешности и боли для женщин. И вот что получилось в результате. 3 бота зависли из-за переполнения памяти в результате разговоров и просмотров сериалов. 1 бот зациклился на фразе «Конечно, дорогая» и получил высшую оценку за взаимопонимание. Месяц спустя клиентка подала в суд, когда получила счета из интернет-магазинов обуви и драгоценностей. 5 женщин получили нервный срыв, потому что сидящий дома в рабочее время бот, который ничего не делал, выводил их из себя. 10 ботов женщин заблоковали, так как даже после одного блока кефира детектор алкоголя включал программу «Антинасильник», и боты выбегали из квартиры. 15 женщинам так понравилась прелюдия, что до секса они не дошли. 10 женщин пожаловались на ненатуральный секс, так как боты не вибрируют. 10 женщин сказали, что бот не возбуждает и что все наладится, если он будет помогать по хозяйству и копать огород. 75 женщин обозвали бота не мужик, не романтик и он портит настрой, так как бот запрашивает прямое согласие на каждую стадию близости и останавливается, если не сказать «да». 5 женщин с утра после бурного вечера, все переобдумав, заявили о том, что их изнасиловали, требуют компенсации и написать у ботов на лбу «It was me». 3 подали заявление о домашнем насилии, 1 о панической атаке от угрожающего молчания, 1 об излишне пристальном взгляде, 1 предъявила синяки, ссадины и свидетельские показания соседей, что насилие происходило регулярно. 2 бота раздражали, так как вели себя в точности, как их отец, особенно когда выключен. 10 женщин через месяц прекратили использование ботов, а когда боты включили автонапоминание о зарядке, обвинили робо-ща в домогательствах. Тех, у которых батарея все-таки села, оказалось легко заменить. Авторассылка смс-ки «Еду домой, что купить?», на которую привычно отвечали, например, «Нарезной и 2 молока». 10 не понравилось, что бот не проявляет инициативу, и поэтому они чувствуют себя одержимой извращенкой, что неуютно. 3 женщины заявили, что боты сально смотрели на их дочерей-подростков, а у одной дочь заявила, что бот ее жестоко обманул. 10 женщин после первой бурной недели начали дозировать секс, чтобы бот не баловал и знал свое место. 10 женщин через месяц охладели, так как бот не принес им зарплату. Потом добавили, что прибор у него маленький и на 5:30. 5 ботов обозвали козлами за то, что те не пользовались презервативами, и им было сказано взрослеть, принимать на себя ответственность и готовиться становиться папами. 5 женщин через месяц потребовали почасовой оплаты от компании RoboSha за оказанные ботам сексуальные услуги. 10 женщин поставили ботам ультиматум «Женись, или я пошла искать серьезные отношения». Интересно, что от 30 ботов в сервис пришел запрос на самоуничтожение, но инженеры компании пока не могут разобраться в причинах. Компания заверяет, что не теряет надежду доработать продукт и удовлетворить рынок. Наш инсайдер из Госдумы сообщает, что Комитет по делам женщин, семьи и детей уже подготовил законопроект о том, что если бот хоть раз заряжался от розетки в квартире клиентки, то робо-ща может быть привлечена к уплате алиментов до совершеннолетия всех детей. На этом все. Продолжаем следить за новостями.